Красноярском крае 143 работника предприятия сельского хозяйства получат денежную поддержку на строительство и приобретение жилья на селе. Об этом заявил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов. В этом году на улучшение жилищных условий с федерального бюджета выделили 80,5 миллионов рублей, из краевого 175. Получить социальную выплату на улучшение жилищных условий имеют право молодые семьи и молодые специалисты до 35 лет, работающие в агропромышленном комплексе и социальной сфере, а также граждане без ограничения по возрасту, постоянно проживающие и работающие в сельской местности, признанные нуждающими в улучшении жилищных условий.